приходит настоящий бархатный сезон. Завтра в городе Оушен-Сити плюс 28 днем и 26 вечером. Чуть южнее, потеплее. Вирджиния-Бич плюс 32 и ночью плюс 28. Если говорить о Майами, то ближайшие 4 дня здесь ожидаются дожди с грозами. Поэтому это не лучшее место для отдыха. Всем отличного сентября! И пусть ваш бархатный сезон длится вечно!